Здравствуйте! Нас спрашивают, какое число представлено квадратиками. Конечно, мы можем просто пересчитать количество квадратиков и найти ответ. Но давайте подойдем к решению более конструктивно. Из скольких квадратиков состоит этот большой прямоугольник? Это прямоугольник 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это квадрат 10 на 10. Значит, он состоит из 100 квадратиков. И второй квадрат тоже 100. У нас есть уже 200. 200 квадратиков, из которых состоят эти два больших квадрата. А теперь давайте посчитаем, сколько здесь квадратиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 квадратиков в каждом таком брусочке. И у нас 4 таких брусочка. 4 умножить на 10 – это 40. У нас 200 и 40. 240 квадратиков. Проверим наш ответ. Все верно. У вас может возникнуть вопрос, а зачем нам вообще выполнять это упражнение? Это что, упражнение на подсчет количества квадратиков? Но вы, должно быть, заметили и кое-что интересное. Например, что двойка, которую я ввела, это не просто 2. Она находится в разряде сотен. Это 2 сотни. Это 2 вот этих больших квадрата. А это четверка. Это не просто 4. Она стоит в разряде десятков. Эта четверка представляет собой 40. Она представляет собой эти 4 группы по 10. Эта двойка – это 2 группы по 100. А эта четверка – это вот эти 4 группы по 10. Давайте выполним еще одно задание. Сначала разберемся с сотнями. У нас одна группа из 100 квадратиков. Единица в разряде сотен. 5 групп по 10. Пятерка в разряде десяток. И еще 4 квадратика. 4 единицы. Получили число 154. Проверим себя. Да, все верно. И обратите внимание, что эта четверка находится в разряде единиц. Она представляет собой 4 квадратика. Пятерка находится в разряде десятков. Она представляет собой 5 групп по 10. 1, 2, 3, 4, 5. И эта единица находится в разряде сотен. Она представляет собой одну группу из 100 квадратиков. Этот большой квадрат. На этом все. До скорых встреч!